очень большой шаг, а это целая книга, целый альбом. И теперь нам есть что показать и есть что подарить. Конечная вообще наша цель была поделиться своим творчеством, фотографиями. Я вообще считаю, что печатное издание, да, печатные фотографии совершенно по-другому смотрятся, чем, например, в электронной версии своей. Потому что то, что мы можем подержать в руках, полистать, изучать, где-то прикоснуться, подумать, поразмышлять, что хотел сказать автор, это очень важно.